Сегодня местный Рубин принимает махачкалинский клуб «Динамо». Матч обещает быть интересным по одной главной интриге. Конечно же, это то, что Рубин хочет занять первое итоговое место. Определены оба 100% участника премьер-лиги в следующем сезоне. Рубин и Балтика вышли с первых двух мест и гарантировали себе выход в премьер-лигу напрямую. И я сразу же начну со стартовых составов. Начну с хозяев. Они играют в рубиновых футболках рубиновых гетрах. В воротах Юрий Дюпин. Три центральных защитника. Егор Тесленко, Александр Мартынович. Здесь Юрий Дюпин скидывает Кабутову. Кабутов простреливает. И это был голевой момент, который мог закончиться подставленной ногой Джоэля Фамие. Если бы он среагировал и прочитал эту передачу, а прострел был шикарный. В исполнении Кабутова очень удобно с его фланга принимать мяч правой ногой и простреливать в дальний угол. Ну а мы смотрим за тем, как прорывается к воротам Исаев. Удар по воротам. Ну и очень впечатлительно провел Исаев эту атаку. Именно разогнал ее с центра поля, поделился с партнером и все дошло в итоге до удара. Бывает. Это аут, и вы видите, как далеко находятся все футболисты, потому что они знают, что Самошников бросает аут ровно так же, как угловой. Вот, например, хороший кивок от Тесленко. Дальше вдоль ворот. И это удар в ближний угол. Штанга! Первый по-настоящему стопроцентный момент был у Джоэля Фамие. Вот это смотрим, как это было. Да, здесь даже спиной, получается, он сыграл. Мяч дальше после нескольких рикошетов отскочил к Мартыновичу. Ну а Фамие вот так вот пробил с острого угла штангу. Даже вот сейчас ошибка на лицо была, потому что мог он страховать от Ломовицкого. Но остался Самошников. Удар по воротам. И снова Фамие. Как здорово здесь Ломовицкий отдал эту передачу на Фамие. Забивал ворота Динамо победный единственный гол команды. Сейчас еще раз посмотрим этот эпизод уже из пределов штрафной. Как минимум в чужую штрафную. Хороший кивок. Продолжается атака. Момент 100% у Динамо. Очень похожая атака, какую мы видели минут 15 назад в исполнении Рубина. Когда Самошников с этого же места, с противоположного фланга, бросал мяч. И все закончилось ударом Фамие. Бросает аут. Вновь далеко. И вновь Тесленко. Затылок. Тесленко бьет. Фамие забивает. 1-0 Рубин повел. Вот так. Давайте еще раз посмотрим. Отличный пас Самошникова. Как освобождается Тесленко. И как хорошо летит мяч. И вот здесь Фамие пусть немножечко и подтолкнул соперника, но в пределах правил. Может быть, очень опасно. Ой, какая хорошая передача, проникающая. Зотов прочитал ее как будто. Тут же отдал передачу Кабутову. Тот низом на Фамие. Это гол! 2-0. Ты что это здесь решил отмечать? Матч еще не закончен. Ну а что касается этой атаки, то, во-первых, первая передача Лисаковича прошла на Тоникова. Дальше перед Зотовым упал защитник. Зотов вовремя среагировал, но рабочий сценарий, да, выглядит как план для команды. Мартынович. О, Мартынович, какая хорошая передача! И здесь здорово мог завершать эту атаку Грицаенко. И он вовремя среагировал на то, что попало по голове капитану. Разыгрывает этот стандарт. Ну и дальше Юсупов на дальнюю штангу. Хороший навес. И здесь решил не рисковать в этом эпизоде Зотов. Не упускал мяч за лицевую линию. И все-таки решил в последний момент до него дотронуться. Ну, а пусть будет так. Ох, Лисакович вот чувствует такие моменты. Он может отдать передачу. Самошников выходит один на один. Может забивать, но нет! Это подкат капитана! Вперед подключаются на стандарт. Действует в достаточно атакующей схеме. И тут же Рубин отвечает быстрой контратакой. Да, но как сыграл здесь Алибеков. Вот играть в паре Лисакович действительно умеет. Хороший момент у Динамо. Удар поворотом низом. Вроде бы какой-то не сильный удар получился у Магомедова. Но Дюпин не очень уверенно с ним справился. От него отлетел мяч буквально на 2-3 метра. Если бы был игрок противоположной команды. Ой, какой хороший момент. Это фол. 3 минуты будет компенсировано. Так, а здесь у Далемеги. Абшацев в свой день рождения. Чемпионский матч. С чемпионским настроением получает красный. Для него этот сезон в Малдет первой лиги завершен. Да, об этом хочу сказать. Безусловно, будем ждать тебя, Антон, со всеми интервью. Ну и конец, который фиксирует победу Рубина со счетом 2-0. И самое главное, победу Рубина в первой лиге. Казанская команда заработала первое место. Окончательно уже никто ее не сдвинет с этой первой строчки. Поздравляем всех болельщиков Казани с чемпионством Рубина и с возвращением казанской команды в премьер-лигу.